Здравствуйте, это проект «Квартирный контроль». Меня зовут Владимир Гордиенко. Не так много в старой Москве осталось тихих и уютных мест, где можно встретить новостройку. Но точно такие проекты все же появляются. Об одном из таких мы вам сейчас и расскажем. Жилой комплекс «Алта» строится в Савеловском районе Северного административного округа Москвы по адресу Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 2А, строение 1. Что за причудливое название, скорее всего, у вас возникнет вопрос. Но все просто. Возводит дом крупнейшая финская строительная компания «Юит». И в переводе с причудливого финского языка «Алта» – это «волна». Так что поплыли. Жилой комплекс «Алта» – это один дом с тремя секциями по 14, 6 и 8 этажей. Всего здесь будет 177 квартир. Застройщик относит данный дом к самопровозглашенному классу «Бизнес-лайт». Мотивирует это тем, что до полноценного бизнеса не дотягивает количество машиномест в подземном паркинге. Их там 145. И не особо внушительный метраж квартир, максимально 80 квадратных метров. А по мне же все объясняется гораздо легче. По сути, это честный комфорт-класс, который нужно продать по ценам бизнес. Вот и весь бизнес-лайт. Но, конечно, вы должны понимать, что в Москве стоимость формируется не только из наворотов проекта, но и из его расположения. Оно здесь очень достойное. Савеловский район находится сразу за третьим транспортным кольцом. ЖК «Алта» расположен прямо посередине между Ленинградским проспектом и Бутырской улицей, которая перетекает Дмитровское шоссе. Соответственно, до Ленинградки, до Дмитровки, до третьего транспортного кольца можно доехать на машине за 5 минут. А вот метро, как полагается для уровня бизнес-лайт, вещь не особо востребованная, поэтому до него топать минут 20, что до станции метро «Динамо», что до станции «Дмитровская». Еще в начале 2018 года обещали открыть станцию метро «Петровский парк». До ее вестибюля идти минут 15 пешком. В жилом комплексе «Алта» продажи начались совсем недавно, в середине февраля 2018 года. И стартовые цены выглядят следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры от 34 до 52 квадратных метров от 8 миллионов 750 тысяч рублей. Двухкомнатные от 52 до 66 квадратных метров от 12 миллионов 230 тысяч рублей. Трехкомнатные от 75 до 81 квадратного метра от 17 миллионов рублей. Каких-то скидок и акций, так как продажи только начались, не предусмотрено. Но если вы планируете покупку по 100% оплате и не будете с оплатой затягивать, то могут уступить 3%. Квартиры продаются по договору об участии в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом 214. За оформление и регистрацию договора никаких доплат не берут. Офис продаж находится напротив стройки в торговом центре «Вымпел». Забрались на здоровенный сугроб, высотой практически со строительный забор, чтобы рассказать вам о технологии строительства. Пока стройка только начинается, еще идут котлованные работы. Дом будет полностью монолитный, даже в межквартирной перегородке выполнят из монолита. Утепляться дом будет специальным фасадным утеплителем Rockwool. Фасад сделают навесной, вентилируемый, с облицовкой из керамогранитной плитки. Внешние блоки для кондиционеров нужно будет размещать внутри ваших лоджий, дабы не портить первозданный облик. Дом имеет такую ломаную волнообразную линию, от чего, видимо, и произошло его название «Алта» – «Волна». Завершить строительство планируют до конца 2019 года, как и выдать ключи. 17 января состоялась торжественная церемония закладки первого камня жилого комплекса «Алта», на которой присутствовали такие высокопоставленные лица, как Кай Мюкинен, министр внешней торговли и развития Финляндии, и Мика Хаутала, посол Финляндии в России. Не обошлось, конечно, и без топ-менеджмента концерта «Юит» и компании «Юит Сити Строй», которая является застройщиком проекта. На сайте комплекса много говорится о применении энергосберегающих технологий. По словам представителя офиса продаж, эта технология выражается в используемых материалах. Если финны строят, то используют все самое лучшее и передовое. Лифты в секциях устанавливаются фирмы Otis с регенеративными приводами, экономящими электроэнергию.
а в квартирах будут ставиться энергосберегающие окна от производителя Rehau. Если говорить подробнее о компоновке квартиры на момент получения ключей, то там будет стоять хорошая металлическая входная дверь, радиаторы с разводкой отопления по полу, межкомнатные стены не возводятся, делается только трассировка в один позагребневый блок по полу. Стяжки пола не будет, электричество ведут до внутриквартирного щитка. Установят счетчики учета воды, электроэнергии. Остекление балконов будет панорамное, холодное. Сделают принудительную приточно-вытяжную систему вентиляции. Высота потолков в квартирах 3 метра 5 сантиметров. Предложения квартир с отделкой от застройщика отсутствуют. Разглядывая поэтажный план секций, можем заметить, что в первой 14-этажной секции 2 лифта и 6 квартир на этаже, во второй 6-этажной секции и третьей 8-этажной по одному лифту, при том, что в третьей 7 квартир на этаже, а вот во второй 10. Однокомнатные квартиры в основном предлагаются в студийном исполнении на европейский лад. Кухня начинается практически из прихожей, оставляя максимальное пространство в комнате. В комнате есть окно и выход на лоджию. Здесь 36 метров. Есть еще вот такой вариант, где 4-метровый санузел разграничивает студию на функциональную часть с прихожей и кухней и на пространство для жизни и отдыха. Очень интересная, на мой взгляд, планировка, ну и метраж 34 метра позволяет ей такой быть. Классическую однушку здесь тоже можно организовать. И таковую я здесь встретил всего одну. Просто однокомнатной ей приказал быть этот пилон. Всего 35 квадратных метров, прихожая 4,5 метра и такой же санузел, 10-метровая кухня буквой «Г», окно выходит на лоджию, но выход на лоджию из 14-метровой комнаты. Переходим к двушкам. По краям второй секции из-за геометрии дома появились вот такие, назовем их особенные квартиры. Это самая маленькая двушка 55 метров, но спальня тут всего одна, так как кухня и гостиная неразлучны из-за одного окна. Это самая большая двушка 66 метров. Она мне даже понравилась. Удачный закуток для 7-метровой кухни, который переходит в столовую-гостиную. И при этом остается две спальни. Большая лоджия, два санузла. Есть вот такая сверхвытянутая распашонка, как бы двушка 59 метров. Но по сути спальня одна с огромной кухней. Убила меня эта двухкомнатная квартира 54 метра с проходной комнатой. Я думал, такого уже не встретить даже в бизнес-лайт-классе. И такая квартира не единственная, вот еще. Но удалось отыскать и более привычные варианты. Хорошая угловая двушка 57 метров. Компактная прихожая, перетекающая в большую 15-метровую кухню. Санузел 4 метра, комнаты 11 и 20 метров. Большое количество окон. Трешки выглядят очень замороченно сложными, но когда к ним приглядываешься, начинает даже нравиться. Вот самая большая 80 метров, ее назвали четырехкомнатной, но изолированных комнат 3. Аж целых 9 окон плюс лоджия. 3 санузла, но я бы скорее сделал в одном гардеробную. Просторная 20-метровая кухня-гостиная. Метраж комнат как не увеличивал, скажу честно, рассмотреть так и не смог. Евродвушек и трешек с проходными комнатами также много. Алта – это точечная застройка, поэтому никаких отдельных объектов инфраструктуры не возводится. Но, тем не менее, на первом этаже дома расположится частный детский сад на 34 места. И есть коммерческие помещения, где что-нибудь да и откроется. А так тут в районе всего достаточно. В пределах 10 минут пешком 5 детских садов и 2 школы. И еще пару школ в 15 минутах пешком. Поликлиники, детские и взрослые буквально в соседних домах. И еще несколько больничек. Прямо через дорогу Пятерочка, Фикс Прайс, зоомагазин, фитнес-клуб, оптика, аптека и много чего еще. Церкви, музеи, спортивные комплексы поблизости. А в 10 минутах езды на машине огромный торгово-развлекательный центр «Авиапарк» с гипермаркетами «Ашан», «Хофф», «Оби», с кинотеатром и различными брендовыми магазинами. Территорию дома планируют частично огородить, будет вестись видеонаблюдение. Двор небольшой, организует символическую гостевую парковку на 12 машиномест. Места в подземном паркинге стоят от 1,5 миллиона до 1 миллиона 800. Спуститься к ним можно будет со своего этажа на лифте. Там же в подземной части имеются кладовые помещения, их всего 38. Метраж от 3 до 9 метров. Стоимость начнется ориентировочно от 500 тысяч рублей. Входные группы сквозные, можно будет войти как со двора, так и со стороны проезжей части. Вход беспрепятственный на уровне земли.
Внутри холлов предусмотрено помещение для консьержа, санузел для общего пользования, место ожидания гостей и колясочное помещение. Пол и стены отделывают плитка керамо-марацци. Управляющая компания по умолчанию назначается от застройщика. Называется она Юит Сервис. Тарифы обслуживания будут городские на дату сдачи комплекса. Данные со счетчиков будут списываться управляющей компанией в автоматическом режиме. Хочется отметить, что, находясь здесь, абсолютно не ощущаю, что находишься достаточно близко от центра Москвы. Очень тихое и уютное место. Никаких шумных магистралей, никаких производств по соседству. Такой обжитой и давно сложившийся район Москвы. И, по сути, экологию в этой локации я бы даже назвал хорошей по московским меркам, так как ее попросту ничего не портит. Видно, что хоть и зима, но очень много деревьев во дворах. С территории Алта граничит вот этот вот небольшой Савеловский парк, где можно очень приятно прогуляться и самому, или с детьми. В 10 минутах пешком Петровский парк с Петровским дворцом, построенным аж в 18 веке. А в 15 минутах пешком Большой Тимирязевский парк, который вносит солидный вклад в улучшение экологии в этих окрестностях. Концерн «Юит» – это крупнейшая финская строительная компания. В 2012 году концерн отпраздновал свой вековой юбилей, а в 2018 году началась новая эра компании в результате слияния двух финских строительных гигантов с более чем 100-летней историей – «Юит» и «Лемминкяйнен». Сейчас география деятельности «Юит» распространилась на 11 стран мира – Финляндия, Россия, страны Скандинавии и Балтии, Чехия, Словакия и Польша. В России проекты компании представлены в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Тюмени и Екатеринбурге. Вот и подошел к концу первый обзор жилого комплекса «Алта». Проект небольшой, застройщик крупный, поэтому динамика должна быть впечатляющей. Будем освещать ее новыми выпусками. Поэтому следите, подписывайтесь и переходите на наш портал «Квартирный контроль». Здесь есть страница, посвященная этому ЖК, где вы можете проследить за динамикой цен на квартиры, почитать информацию о комплексе, посмотреть фоторепортажи о ходе строительства, принять участие в обсуждении и адресовать застройщику или продавцу имеющиеся у вас вопросы. Также на нашем сайте можно раскопать информацию по другим новостройкам Москвы и области. Желаю вам правильного выбора.